Як психологічно вистояти під час війни в рамках українсько-ізраїльського проекту Фріда в Україну приїхала головний психіатр Тель-Авівського округу Жанна Якревич. Вона поділилась досвідом подолання психологічної кризи, її поради та бачення українських проблем. Далі в інтерв'ю. А я ж на сьогодні з вами прощаюся. Варта інтера завершується безпечно вам е, вечора. Пани Жанно, добрый день. Дякую, что согласилась на это интервью. Главный психиатр телевизионского округа. Это справжній знак поддержки від израильского народа Украине. Расскажите, будь ласка, какая мета вашего визита? Во-первых, добрый вечер. Мне очень приятно быть здесь, и это очень волнительная для меня встреча, потому что я думаю, мы, знаете, мы начинаем проект, мы в принципе уже начали работать над проектом который может концептуально изменить понимание помощи. Почему? Потому что наш проект во Фриде, я думаю, что вы знакомы с этой организацией, которая предоставляет медицинскую помощь в тех местах, куда очень трудно добраться. И в на настоящий момент мы хотим расширить наши границы. И вести нечто инновационное. Мы хотим, чтобы помощь, которую оказывала Фрида, она была не только медицинской, но она была и психологической. То есть мы хотим научиться смотреть на пациента не с точки не со стороны диагноза, а именно э, дать такой олистический подход, который позволит нам э, не только помочь, но вы знаете, это как научить новому языку научить людей обращаться, не бояться, не ждать осуждения. И с этой миссией я приехала, мы начали работать, мы разработали планы, которые позволят нам в первую очередь обучение и наших врачей, и план, который позволит нашим психологам работать с пациентами не только на выездах здесь и сейчас, и какие-то мимолетные встречи, которые, может быть, помогают, но, может быть, не дают полного ответа на потребности пациента а предоставить им возможность для полноценной длительной помощи столько, сколько это нужно. Вы будете особисто вести приемы, или лише, навчаться за кордонных коллег? Мы делаем проект, который может быть гораздо шире. Во-первых, мы да делаем обучение, я часть этого обучения, естественно, но это обучение оно направлено на то, что в первую очередь наши украинские коллеги, украинские врачи, которые так делают совершенно потрясающую работу. И очень с большим теплом, со страданием и с любовью они приезжают в те места, где это наиболее необходимо. Мы обучаем этих врачей первым навыкам работы с травмой, и в дальнейшем мы хотим расширить нашу деятельность на более полноценную психологическую и психиатрическую помощь. Поэтому моя миссия здесь в первую очередь это правильно построить этот, этот проект, и мы очень интенсивно во Фризе над этим работаем. А вторая моя миссия ⁇ это построить программу обучения, потому что программа обучения ⁇ это не какой-то процесс единоразовый. Это э, стройная программа, которая, скажем так, на многие годы. Я, я очень надеюсь, что война прекратится как можно быстрее, но я думаю, вот этот новый язык, который мы, который мы хотим обучить людей именно на периферии. А в каких областях вы планируете работать? точно так же, как Фрида выезжает в префронтовые и деоккупированные зоны. То есть, в первую очередь, это наша цель. Мы хотим вести некоторый мониторинг. То есть, пациенты, которые, которых мы видим, которым мы считаем, что нужна помощь, мы хотим быть с ними на связи. Терапевт, он занимает активную позицию. Он звонит пациенту, он его приглашает он позволяет ему почувствовать себя достаточно уверенным, нужным и не одиноким для того, чтобы раскрыться и вести этот диалог. Чи долго вы планируете быть в Украине? Мой визит, первый визит очень короткий, но границы сейчас это понятие условное. И мы постоянно на связи. Возможно, это будут и какие-то приезды физически, но сейчас быть в Израиле, быть на Украине, это, в Украине, это, знаете, это это легко решаемо. До речи про Израиль. Бо так само, как и Украина, э, ця страна э, борется за свою независимость и за свой спокій. Э, как э, мешканці Израиля и мешканці Украины переживают эти жахливі наслідки войны? Чи відрізняється их сприйняття? Я думаю, что то, что объединяет и Украину, и Израиль сейчас, это именно то, что мы находимся в состоянии выживания то есть я думаю что состояние сейчас оно будет немного отличаться от того состояния которое будет после войны то есть сейчас как бы народ сконцентрировался может быть где то закрылся нам нужно пережить этот момент но это не значит что потом мы не столкнемся с огромной волной расстройств тревожных скажем посттравматических расстройств скорбью которая Возможно, на сегодняшний момент не может быть... Знаете, мы не можем оплакивать тех, кто ушел здесь и сейчас. Почему? Потому что война продолжается, и нам эти силы, они нужны. И я думаю, будут еще другие волны разных нарушений, которые будут являться результатом такого, такого ужасного, трагического, разрушительного процесса, как война. Как нам, украинцам? зберегти в таких умовах свое ментальное здоровье особливо тим хто мешкає наприклад в прифронтовых территориях, або навіть не в прифронтовых территориях, постійно стикається с повітряними тривогами с обстрілами в когось хтось втрачає кто то теряет втрачає близьких я не думаю что есть какой то универсальный способ по которым я могу сказать и который может помочь людям в разных жизненных ситуациях но пригласить человека на беседу. Иногда, знаете, одна беседа, она тоже немаловажна. И помочь понять, что именно его настолько беспокоит и как он может это решить. Дать ощущение того, что он не один. Ему есть к кому обратиться. Будь то психологическая помощь, будь то медикаментозная помощь. Но он Его не будут осуждать, критиковать, ругать или отталкивать за то, что он поделился своими проблемами. Я думаю, что это очень важно. Психологическая реабилитация военных, вона отличается от работы с психотравмами в цивильных, с теми, кто не стыкался с войной настолько близко? Я думаю, да. Я думаю, да. И это может быть наш следующий шаг построить определенную программу, которая будет направлена именно на военных. Я думаю, чувство страха, беспомощности, агрессии, с которыми люди сталкиваются на войне, именно на фронте, оно другое. Но, с другой стороны, вы знаете, я думаю иногда, что как раз таки фронт – это то место, где, может быть, ты не чувствуешь себя настолько одиноким. И в данной ситуации, знаете, несмотря на то, что человек может быть на фронте или он может быть в префронтовой зоне или он может быть просто гражданский, каждый переживает все-таки травму по-своему. И поэтому я думаю, что это не совсем правильно делать такое дихотомное разделение, то есть военные в одну сторону, гражданские в другую. Я думаю, что было бы правильно э, придерживаться некоторого индивидуального подхода. То есть э, этому человеку что нужно сейчас? Нужно ли его, скажем, спрашивать о травме, заставлять это переживать? Или дать ему как-то собрать свои силы до того, как он коснется этой болевой точки? И у нас есть на чем подумать. Каждый из нас имеет какой-то свой рекорд, какие-то свои встречи с травмой. То есть нет сомнений, я могу сказать, скажем, о, о населении Израиля, что 7 октября это очень тяжелая ретравматизация холохоста. Потому что ощущение того, что вырываются в твой дом, э, угоняют семьи в плен, расстреливают на месте, это даже, знаете, это ни на что не похожая ситуация, кроме холохоста. Я думаю, что... Отчасти и реакция э, израильского населения но происходит именно с тем что есть снова встреча наверное с самой большой травмой еврейского народа Ще одне достатньо важливе питання: як заохотити людей звертатися за допомогою до психолога або навіть психіатра? Бо в українському суспільстві насправді досить багато із цим пов'язано стереотипів, особливо в чоловіків. Знаєте, чоловіки не плачуть, чоловіки не скаржаться і так далі. Як довести людям, що звертатися до психолога чи навіть психіатра це норма? Это одна из наших целей во Фриде. То есть в первую очередь мы не осуждаем, мы не критикуем, мы предлагаем руку помощи. И я думаю, что, знаете, с одного случая, это может быть, это, это как сарафанное радио, это разносится, разносится повсюду. И я думаю, что как вся система бывшего Советского Союза, у нас очень не принято говорить о том, что нас беспокоит. Принято закрываться, принято не показывать свои слабости. А на самом деле сила человека в том, что он может коснуться своей слабости и может быть как-то переработать и чему-то научиться из этого. Иногда травма, знаете, мы переживаем какие-то моменты, но из этой травмы могут, могут родиться вещи, очень интересные, новые, креативные, которые могут менять, и которые, да, мы пережили травму, мы можем это сказать. У нас на сердце есть шрам. Но с этим шрамом можно жить, и можно, знаете, сделать этот шаг вперед. Если бы не было Второй мировой войны холохост, и холохосты не было бы Израиля. То, что нас не убивает, Робит нас, сильнейшим. да, нас, нас закаляет, да. И я думаю, что такое чувство патриотизма и, знаете, индивидуальности, которая сейчас развивается у украинцев, и какой-то интеграции. То есть я думаю, что когда говорят русские, украинцы, белорусы, всегда говорят славяне, но сейчас происходит такая интеграция дифференциация, в которой Украины есть свое лицо. Потому что такие трагедии, они сталкивают нас именно с вопросом, что я хочу дальше, кем я хочу быть дальше. То есть это такая криза подлиткового века только для целой Украины? Не дай бог. Не дай Звичайно. бог. Не дай бог. Но я думаю, что мы должны увидеть перспективы. У нас должна быть надежда. Звучайно. Поэтому будем здоровы, держимся и верим и работаем на победу. Я вам тоже дякую за интервью. Спасибо вам большое. И за ваш досвид. Большое вам спасибо.